Эта история произошла в Сорочинском районе. В прошлом году там неожиданно недосчитались более 300 сосен. Самозванцы-лесорубы уничтожали не все подряд, а выбирали только самые хорошие деревья. Даже сосна поэтому и то заплакала, видно. Было плохо этому дереву, этим деревьям всем. Этот бор сажали еще в 40-х годах прошлого столетия, а вырубили всего за несколько недель уже этого. Впрочем, особо и не прятались на место, пригнали тяжелую технику, наняли рабочих. Им руководитель этой затеи Сидоров даже демонстрировал фиктивные документы, а потому лес уничтожали с чистой совестью. Плоды труда шли на продажу. Вы там поняли, когда уже было срублено, и на это было обратил внимание местное лесничество, были задержаны транспортные средства с этим лесом. Проверены документы, установлено, что соответствующих документов для перевозки нет легальных. Сидоров до последнего возмущался, мол, все по закону, пока не оказался на скамье подсудимых с осознанием, что грозит ему 6 лет тюрьмы. А вот другое уголовное дело дошло пока только до прокуратуры. По версии следствия, зам генерального директора автошколы «Династия» брал деньги за обучение, а знания будущие водители не получали. Так он положил в свой карман более 730 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, эти деньги шли на игры. В игровых автоматах, в том числе, и денежные средства общества, полученные из других источников. Так, им в 2013 году за вечер было проиграно, и нами было установлено, что не менее 40 тысяч рублей. Впрочем, это не все, о чем полицейские решили рассказать. Кража скота, коррупционные скандалы и оборот наркотиков. За последние 6 месяцев через их руки прошло более 5 тысяч уголовных дел. Но вот одно из них по-прежнему без комментариев. Речь об аварии, виновником которой, по одной из версий, является сын министра сельского хозяйства области Михаил Маслов. Это уже известно? Пока я не могу это комментировать, это конфиденциальное следствие пока. А между тем прошло уже почти 4 месяца. Напомню, все случилось 4 марта на трассе Оренбург и Лек на границе с Казахстаном. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Водители иномарки, которым предположительно и является сын министра, спешно доставили в одну из больниц Оренбурга. А 3 человека, находившиеся в отечественной легковушке, погибли на месте. Ольга Патрушева, Станислав Доминов. Наше время.